Всем привет! Вы на канале Лина Лори, меня зовут Лена, и вот я хочу вам показать немножечко то, что мы делали между гонками. Это мы помыли собачку и отправили ее в Пермь. Это у нас королева, пиренейская горная собака. Вот у нас специальная комната есть для сушки собак. Видите, как летит из нее вода? Эта вода выдувается. Тут пока нет ремонта, но сушить тут очень удобно. Так вот, в эти выходные она съездила в Пермь на выставку. И это у нас ринг пиренейских горных собак. На ваших экранах юниор. Это собачка до 2 лет, кобель. Вот он крупный, хороший, классный. Кстати, Снежок у нас сейчас точно такой же. Почему мы не отправили Снежка? Потому что он уже закрыл юного чемпиона России. И смысл тратить на него деньги, а поездки они весьма недешевые, чтобы он получил еще один титул и составил конкуренцию, смысла нет. Вот он у нас уже чемпион. Вот. И дальше выходит кобель класса открытого, скорее всего. То есть это взрослый мальчик, ему года 3-4, не смотрела по каталогу. Вот, потому что, конечно, наша девочка им проигрывает, но всегда мальчики крупнее, мальчики шикарнее, и чем старше, тем вот этот вот мех, вот этот вот такой объем, он намного лучше, конечно, смотрится. Но мы ехали не чтобы победить всех, а чтобы получить свой заветный титул. Если вдруг кому-то сейчас понравится вот такой мальчик, у нас есть, и наш Снежок предлагается в качестве, можно, и домашнего любимца. Почему мы приняли решение его продать? Потому что у нас его живут мама, сестра, тетя, то есть вся родня. И как кобеля-производителя мы его не сможем использовать. А зачем мы будем его держать, когда он может быть любимой собакой в семье? Тут вот этот кобель сделал то, что делают все пиренейцы. Вот, мама, возьми меня на ручки, это называется. Почему-то у всех пиренейцев есть такая привычка залазить на руки к своим хозяевам. И вот наша вышла королева. Да, я уже сказала, она не такая объемная, потому что она еще маленькая. Мы еще будем расти, толстеть и быть больше. Видите, как эксперт ей улыбнулась, поцеловала. Очень она понравилась эксперту. Эксперт отметил, что она худовата. Когда она к нам приехала, она была толще. У нас она не захотела кушать, она много бегает, гуляет. И я сразу же пошла ругаться, почему не кормят нашу собачку. Оказывается, она не хочет кушать. То есть ей ставят еду 3 раза в день, она там полакает, полижет и не хочет. Сейчас будем какой-то корм думать вкусный, потому что надо потолстеть. В следующей выставке надо потолстеть. На этой выставке она получила свой юниорский САС. Это означает, что у нее сейчас 2 титула. Чтобы закрыть юного чемпиона России, надо 3 титула. И мы еще пойдем на одну выставку. Но больше уже 50%, уже 70% до юного чемпиона России мы уже прошли. Таня с ней занималась 1 раз. Но посмотрите, она стояла после долгой поездки. Солнышко мое встало. Послушная, не передвигала лапками. Я смотрю на это видео, и у меня прям такая радость, потому что все-таки переживала. Я звонила между гонками, то есть я пробежала трассу и звонила Тане, как вы выступили, все ли там хорошо. Но вот вы как видите, она чувствовала себя прекрасно, стояла, слушалась и двигалась. Кстати, ринг очень маленький, и разбежаться крупной собаке здесь абсолютно негде. Знаете, кружочек маленький. Чем больше бы она пробежала, тем красивее бы смотрелась ее рысь. Но, как я уже сказала, мы получили свой титул. Она у меня молодец, вернулась домой, уже отдыхает, отсыпается. А вы подписывайтесь на канал, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, потому что давно я видео не снимала, оно ушло с рекомендаций, мой канал, и просмотров катастрофически мало. Помогите развитию. А вот, ну, она сделала зайку, как обычно, залезла на ручки. Вот такая.